хороший соперник, который предложил большие, такие высокие скорости. Первый тайм мы не справлялись, естественно, и большие проблемы испытывали, вследствие чего соперник имел, можно сказать, такое полное преимущество в игровом плане. Вот. Во втором тайме так сыграли чуть лучше. Ну, имели понимание того, что ребятам будет сложно противостоять команде этой. Ну, хорошая игра в плане того, что имеем понимание, наверное, игроки до некоторых дойдет, что нужно повышать свой уровень мастерства. Поэтому хорошая такая информативная игра получилась.